к ловле аниматроников готов. И всем море приветов, друзья и гости моего канала. Всем БГГшечки, Нептун здесь. И мы продолжаем ловить аниматроников. Уже хотел сказать, продолжаем ловить покемонов, но это было очень давно и неправда. Так, во-первых, друзья, сегодня наша задача, посмотрите, в мастерскую сейчас зайдем, я вам покажу. Значит, наша сегодня главная задача в этой серии, это сделать 9 побед подряд. Вот, серия номер 9, я должен разблокировать еще одну ячейку под аниматроника. У меня уже есть на заготове там один костюм аниматроника, смотрите, я нашел, значит... Вот у меня Бонни, например, дома. Правда, он весь у меня побитый. Он всю ночь искал утили, его сильно побили. Видите, он весь, блин, в пятнах, черный, поцарапанный. У него куча деталей повреждено. В общем, нам нужно его, кстати, починить. Давайте мы это сделаем. Ремонт. 126 деталей, чтобы починить Бонни. Так, подтверждаю, все. Во, обновился, зашибись. Так, смотрите. Вот, давайте вот настроить нажимаю. Значит, у меня пока стоит Бонни. Я нашел Фредди. Вы представляете? Я нашел Фредди Фазбера. Боже, он уже у меня готов. Готов к тому, чтобы быть, чтобы бегать. Но мне нужен только лишь одна новая ячейка. Там должен быть пустой Энде. Мы разблокируем еще одну ячейку. На Энде наденем вот костюм Фредди Фазбера. И все. И тогда я буду купаться в утиле и всех порабощать. Я буду натравливать аниматроников на всех. Это первая наша главная задача. И тут же, в начале видео, я хочу задать всем вам, зрителям, вопрос. Очень важный. Все, кто смотрит это видео, надеюсь, что у вас все же есть эта игрушка, рабочая FNAF AR. Друзья, скажите, пожалуйста, вот что. Как, блин, здесь добавлять в друзья? Я не знаю. То есть... Допустим, выходим на мир, видите, вот, нажимаю на свою аватарку, вот, у меня есть ник, Нептун, лучшая серия, 6, всего остатка 564, это нормально, вот видите, вкладка друзья, наверху посередине, так, нажимаю, и здесь, как это работает? То есть, вот, например, пригласить друга, я так понимаю, что здесь нужно выбирать социальную сеть, ну, у меня из этого только вот есть Инстаграм, Твиттер и Фейсбук. На Твиттере у меня друзей очень мало. Допустим, в Инстаграм. То есть, это как? Это вот так работает? Я сейчас буду всем кидать заявки, приглашения всем друзьям в Инстаграме. Вот, открылись мои, ну, типа, друзья, я так понимаю. Недавние друзья, давние друзья. Это все, у кого есть FNAF AR, да? Или это вообще все рандомные люди, совершенно случайные, у них даже нету FNAF AR, да? Это как работает? На Facebook я заходить не буду, потому что у меня здесь нету приложения Facebook на телефоне, поэтому я, пожалуй, обойдусь. Ну, в общем, друзья, если вы знаете, как добавлять друзья, то непременно об этом скажите. Или вот, например, я пробую пригласить друга через почту Google, и у меня здесь уже как бы получается текст... Заготовлен, как шаблонный вставлен, и есть, видите, снизу ссылочка. То есть FNAF AR, GSK, EM, что-то такое, короче. Вот эта ссылочка, это и есть, получается, приглашение друга. То есть вы берете эту ссылку, открываете эту ссылочку игрой FNAF AR, и получаете от меня аниматроника и становитесь моим другом. Это так или не так? Короче, вот ссылочка, не знаю, попробуйте по ней перейти. На телефоне, возможно, именно так, и вы будете моим другом. Все-таки играть вместе всегда интереснее. Я, насколько знаю, здесь реально можно отправлять друг другу аниматроников, пугать, и... Это весело? Это весело? Ну, мне пугать некого, у меня нет друзей. Так, там почта пришла. Это вот за попытки пригласить, меня типа благодарят, спасибо, вот Нептун, что пригласил своего друга поиграть. Но я-то никого не пригласил, я пробовал. Это все сообщения нужно сделать прочитанными. И вот, сбор утиля. У меня аниматроник пришел вместе с утилем. Это, по-моему, Чика. 3? А что так мало? Окей. Так, 3 детальки мне добавили. 945 деталей у меня уже есть. Ладно, давайте что ли кого-нибудь... Да, вот. Точно.
Спасибо всем огромное, друзья, за то, что вы помогли. Я почитал комменты, и действительно, я был невнимателен. Я не все... Ну, не всю почту прочитал. То есть, когда помехи, нужно трясти... Воу! Трясти телефон. Да черт, промазал! Какашка! Чё тебе хочешь? И при этом, друзья, я сегодня решил впервые половить аниматроников днем. Вот у меня там полностью солнечный свет, все очень красиво. За окном. Воу! Бонни пришел. Обычно я ловлю ночью аниматроников. Но сегодня вот решил днем. Он где-то за окном. Ох ты, твою мать! Отворачивайся резче, 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 плюха, помоги! Помоги! Помоги мне! Ты гребаный плюха-пофигист по жизни. Он там, за дверью. Трясем телефон. Все, нормалек. Ты где, Бонни? Он убежал. Нет, он все же за дверью где-то, да? Мне нужна серия побед из 9 подряд. Чертов Бонни! Чё-то меня не сшиб. Фига он бегает. Получай, Бонни! Да! Хотел за моими подушками, да, засесть? Спрятаться за моими подушками. Эх, хитрожопый Бонни. Я получил 18 деталей за тебя. Да, идеально. Ну что, плюха, это наша очередная победа. Дай 5. Дай пятюньку. Дай типа, опа. Опа, вот так. Все. Ты дал мне пятюньку, я тебе дал пятюньку. Но гулять ты не пойдешь. Что? Кто-то еще притопал? Где? Вот это моя прихожка, поэтому я всегда смотрю по умолчанию туда, когда ко мне кто-то приходит. Боже, плюха. Плюха. Там кто-то пришел. Давай. Давай, прогоним его вместе. Так, где ты? Кто бы ты ни был. Ты, может быть, здесь? В дырке между шкафами? Где ты, мой? Тихо. Без паники. Вау! Глич, гребаный глич. А это Энде. Ага, он здесь. Он за этим шкафом. Я чувствую, он вон там, да. Он опять к моему кальянчику подтягивается, да? Кальянчик захотел попарить. Какой обидчивый аниматроник. Так, хорошо. Ух ты, тихо. Ага. Нащупал я тебя. Ты там. За занавесками. Давай, выходи. Ну как тебе мой разряд тока? Бам-бам-бам-бам-бам. Нептунчик лучший. Охотник на аниматроников. Бам-бам. Так, ну, начало положено. Новая серия побед, 2 штуки. Так, мне нужно немножко подзарядить фонарик, поэтому я предлагаю нам походить по квартире и пособирать эти светящиеся штучки. Какая мне красивая лампа. Лампа и правда круто. Капитан Марвел тоже на бдительность, ведь она стоит и она охраняет мою прихожку. От всяких нехороших. А, кстати, помните, я говорил, что я монитор ударил? И он у меня поломался. Так вот. Вот он мой монитор. Я по нему вшатал нечаянно. Ну, совершенно нечаянно. Правда, я не хотел, нечаянно получилось. И в итоге он у меня лежит и ждет, когда я его в ремонт отвезу, да? Жесть какая. О, посмотрите, моя коллекция игрушек по Звездным войнам. Вот, посмотрите, там есть штурмовик, Хан Соло, есть Йода, Люк Скайуокер, R2-D2, да и другие все. Забавные представители Звездных войн. А я большой поклонник Звездных войн, поэтому у меня их очень много.
Так, скоро будет уже 200. Так, есть. 202. Остатка. Это все очень круто, и у меня и свет полностью, ну как, энергия полностью восстановлена. Special delivery. Мне кто-то доставил аниматроника? Хорошо, сейчас будет веселуха. Плюха, уже отойди от окна. Давай, хватит умываться. Иди, давай, охраняй вход. Так, ложная тревога. Меня так просто не напугать. Ты ч... Боже, плюха. Ага, он где-то здесь. За телеком. Ух ты, твою ж мать! Это было внезапно. Ага, он перебежал вот туда, ко входу. Меня так просто не проведешь, потому что я бог этой игры. Я всех переловлю. Наверное. Он уже ушел. Он передвинулся куда-то сюда. Тихо, тихо. Я все хочу редких аниматроников поймать. То есть Фокси, Балун Бой и Циркус Бэйби. Они иногда заходят. Правда, очень-очень редко. И против них очень трудно играть. Вау! Да хватит! Я порабощу этого Фреддика. Ага, он где-то здесь. Ага, за окном. Да! Четко! Глаза смотрятся, глаза в темноте аж светятся, да? А все потому, что солнечные лучи падают на мою камеру. Новая серия. Продолжаем. Да, кстати, я предлагаю нам пока пойти в мастерскую. Отремонтировать всех аниматроников. Вон у меня Чика тоже покалечена. Давайте сделаем... А, ремонт нельзя. Так, я пока ее отзываю. Сейчас мы отловим Чику. Полностью ее отремонтируем. Подтвердить. Так. Что там у нее по утилям? 124 у нее. Ой, не утилю этих остатка. Короче. Добавим тебе 68. Во, ровно 200. Идеально, ты у меня, Чика, довольная. Так, кого там черти притащили? Какой ты обычный аниматроник. Судя по всему. Я тебя вижу. Выходи. Да. Попался Энда. Ну, хотя бы не стал на месте стоять. Бам-б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 ам. Так, новая серия. 4 побед подряд. Так, что мы имеем? Продолжаем нашу Чику. Она полностью отремонтированная, утилем, ну, блин, остатком заправленная. Отправляем ее утиль собирать. Так, ты у меня вообще, по идее, Бонни, правильно? Плюха, подожди. Так, ставим обратно Бонни. И отправляем его тоже собирать утиль. Пусть бегает, ищет. Плюха, хватит скрестись. Там холодно, ну иди. Иди. Ушел. Эй. Блин, ничего не вижу. Опа. Плюха, ты сейчас запросишься домой? Вот серьезно говорю, через минуту он... О, вот это вот интересно, вот этот Фокси. Редкий аниматроник Фокси. Где ты, Фокси? Здесь. Он очень быстрый. Так, глич. Тихо, 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 тихо.
The fuck? Где-то здесь. Пугает, пугает, да. Он очень быстрый, блин. Хрен его поймает порой. Да блин, я его не вижу. Он не мигает. Блин, зря. Ложная тревога, тихо. Да! Да, я поймал Фокси. Ну как поймал? Ты же не покемон, я его обезвредил. Фу, это реально было плотно. Так, 5. Ну, почти побил свой рекорд. Мой рекорд 6. Еще одну победу, я его догоню, мой рекорд. А еще 2 победы, и я его опережу. Нужно отдохнуть. Нужно накопить энергию. Рядом со мной вроде как никого нет. Есть время немножко пощелкать кое-чем и пойти пособирать, наверное, утиль какой-нибудь. Так. Утиль. Алло. Утиль, ты где? Капитан Марвел стоит на бдительности. Он стоит на стрёме. Ой. Фига, смотрите, у него глаза. У него глаза ожили. Офигеть. Ну-ка давай. Да хватит. Тихо. Ты мне утильку-то дай. А то сейчас еще Шэдоу Бонни прибежит. Будет вообще не круто. Так. Можно поизучать пока магнитики. Классные магнитики. Вот видите, классный вот магнитик. Он приносит любовь. Но что-то как-то не особо помогает. Атамань. Казачья станица есть. Это из Волгограда. Магнитик. Из Таиланда. Салават. Вологда. Анапа. Тут у меня вся Россия. Так, замечательно. Ну что там, ко мне кто-нибудь в гости придет? Нет, сегодня. Я как бы хочу выиграть. О! А это, по-моему, Фредди. Да! Да! Ты со стула с моего, давай, спрыгивай. А то поломаешь еще. Так, 6. Во! Новая серия. Но это пока еще не. Я просто достиг своего рекорда. Видите, у меня максимальная серия 6. Возможно, в этом видео буквально вот через пару секунд мы станем свидетелями нового рекорда на канале Нептуна. Серия из 7 побед. Да. А еще я хочу Шэдоу Бонни победить. Я уже наловчился его побеждать. На нем, кстати, хорошо фармить остаток. Чтобы постоянно не ходить по квартире, часами, да, можно побеждать Шэдоу Бонни и получать с него остатки. Ну и кто хочет к нам зайти домой? Кто хочет к нам зайти? Эй, алло. Я тебе говорил, что замерзнешь, давай. Дуй. Заходи давай. Плюха. Плюха, давай, холодно, блин, квартиру застудишь. Залазь, давай, давай, давай. Блин, сейчас всех черных за тебя соберу, давай, заходи. Плюха. Заходи. Давай, 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 давай. Давай, давай, заходи. Тупой кого? Боже, ты такой тупой. Там аниматроник пришел, быстрее, помоги, заходи. Заходи, там аниматроник пришел. Он сейчас меня покарает за тебя. Заходи! Заходи, блин! О, понятно все. С этим все понятно. Так, где он? И тебя я поработил. Да! Только, правда, я дико-дико потратил много... Много заряда. Есть! Новый рекорд! Новый рекорд! Новый рекорд! Новый рекорд! Новый рекорд! Что, открытая ячейка мода? Это топово! То есть теперь уже можно по 3 мода на аниматроника ставить. Круто! Блин, 6%, мне нужен отдых. Мне нужен конкретно отдых. Фух, поэтому мне нужно минут на 10, на 15 тогда телефон вырубить.
А то у меня реально кончилась энергетика, ну, заряд виртуального телефона. И потом я вернусь. И еще одного поймал. Новая серия, новый рекорд. 8. Так, что там? О, 73. Спасибо большое. Спасибо большое. На кухню пойдем? Может, на кухне лучшие аниматроники будут ловиться здесь. Смотри, какой барашек прикольный. Барашек, приветик. О, тут даже видно этот. Мою тень. Кто-то пришел. Кто посмел? Чика, своим кексиком. Ай! Ага, где-то там. Чика там. Давай, подходи. Я знаю, что Чика любит кухню, поэтому именно на кухне к нам пришла Чика. А, она к плите. Ну да. Где же еще место Чики? Кроме как не плита. Да, не вильтеси. За цветами? Да! Она пряталась в кустах. Типичная Чика. Пряталась в кустах. Да! Еще одна сокрушительная победа. Так, новая серия, 9. Что-то мне в награду дадут. Во! А, так подожди. Это и есть сегодняшний мой рекорд. Да! То есть 9. Все, мы открыли новый костюм. Все, мне нужно отдохнуть. Так, 9 побед. Там куча аниматроников еще он. На подходе он, 2 штука. Так, Плюха, ты идешь? Плюха сидит на балконе, ему вообще плевать на все. Так. Зашибончик. Настроить. Давайте мы оденем здесь Фреддика. Все, у меня уже 3 аниматроника. Чип у меня только 1. Так, моды. Гидростатический усилитель применяем. Генератор широкополосных помех применяем. А, все, только одну можно взять. Ладно, давайте пока отразим атаку аниматроника. А потом будем одевать нашего Фредди. Черт, Плюха. Вот смотрите, он тупо сидит вон там. Вон он. Вон его башка торчит. Ему вообще пофигу. Ему там по кайфу. Так, а мне нужно защищать квартиру от аниматроников. Где ты? А он к Плюхе пошел, да? Походу-то дело. Спалился аниматроник? Спалился Фредди? Давай ко мне. Давай, тебя жду. Четкая победа. Нептуна над очередным аниматроником. Над очередным. Юбилейная, друзья, 10-я победа. Пам, 109. Просто я сегодня божу как бог. Я божу как бог, да? Слушайте, если мы наберем 14 побед, мы выйдем в топ, кстати. Так, ладно, продолжаем нашего Фреддика настраивать. Так, сейчас мы ему моды поподключаем. Так, еще можно третий ему поставить. Все, 3 мода. Где утиль собирай. Так, ну все. Я еще немножко подкоплю остатков, чтобы зарядить Бонни и Фредди потом. Чтобы они лучше собирали. Все, вот он наш Фредди побежал. Побежал ловить остатки и пугать людей. Так, а мы пока немножко повоюем, да? О, меня уже кто-то нашел. Зашибись. Вот она! Вот она, Циркус Бэйби! Тихо. Да не вертеси ты! Где она? Фига она ходит!
Блин, а я чуть не вижу ее. Да хватит. Я ее не вижу. Я очень-очень тих. Жесть какая-то. Да, твою мать, боже! Ёбаные гребаные вспышки, она меня грохнула, она меня грохнула. Эх, 10, 10, 10 побед. Эх, прощайте, 10 побед. Плюха! А чё у тебя в миске-то пусто, я не понял, так? Ловля аниматроников, это, конечно, дело хорошее, но обед по расписанию. Все, я тебе насыпал. Хороший кот, кушай. Что? Балунбой? Ты сначала, блин, сначала бэйби, теперь еще и балунбой пришел. Слышите, ну как шарики там надувает? Это будет хорошее завершение серии. Надо его поработить. Но он же маленький, нужно смотреть, видимо, в пол куда-то. Так, тихо, отворачиваемся. Ну, реально, он же мелкий. Плюха. Наелся уже? Так, он где-то здесь. Боже, мне ж... он реально мелкий. Такой... Он такой мелкий шнырь. Вот тебя ничему жизнь не учит, да? Только что там был. Тихо. Плюха, не мешай. Он тут дышит, свои шарики тупые. Да! Я поймал балунбоя. Ты мой маленький балунбойчик, да! Моя первая победа над балунбоем. Это редкий аниматроник, друзья. Ну, я его хотя бы смог победить, в отличие от Бэйби. Фух, ну все, я, в общем-то, доволен. Я открыл 3 аниматроников уже. Значит, их немножко прокачал. У меня был рекорд. Поставил, точнее, рекорд 10. И утили у меня уже 1200. 1200, друзья, запчастей. На этом, я думаю, что можно серию и закончить. Всем огромное спасибо за внимание. Ставьте лайки, поддержите мое прохождение. И непременно ждите новую серию. А также не забывайте о моем вопросе в начале этого видео. Как здесь добавлять друзей? Через что? Блин, я хочу, чтобы у меня было много друзей. Но у меня их пока 0. Непременно, друзья, вступайте в мою группу ВКонтакте и подписывайтесь на Facebook, в Instagram, в Twitter и в Одноклассники. Ссылочки все есть в описании под видео. Желаю всем добра и позитива. Пока-пока. Oh, my God.